В женский день в Югре ожидаются метели. Дорожные службы предупреждают о заносах на дорогах. Синоптики обещают мокрый снег в большинстве районов. Днем на востоке региона прогнозируют минус 8 градусов. На северо-западе до минус 23. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. Дорожники советуют югорским водителям двигаться вслед за спецтехникой и не пытаться идти на обгон.